опять Drift Crime тут. Вот, да, я еще живой. Оказывается, я еще живой. Просто не было возможности, не было интереса что-то снимать, потому что были такие обстоятельства, там, ну, короче, фигня, короче, была. Прошла. Мотор прошлый год еще положил второй на корвете. Сейчас это все обратно собираю. И сегодня мне позвонил один, короче, вчера, оказывается, мне позвонил один знакомый, говорит, типа, приезжай сюда, здесь, типа, движуха, там, блин, аэропорт, и немцы собираются и катаются на аэропорту. Тот чувак тоже русский, сейчас его тоже Инстаграм здесь отмечу. И он говорит, типа, приезжай, смотри, что мы там делаем, там, блин, короче, они там дубасят, и там тоже такая команда собралась, русскоразговаривающая. Вот, и я вам это все покажу. Это находится в Магдебурге. Нам еще 4 часа туда ехать. Сейчас еще осталось еще 1.5 часа. Вот, и поснимаю вам движу, как это дрифт в Германии происходит. Может быть, вы там что-то научитесь, или может быть, посмотрите и скажете, что за хуйня такая, да? Типа у нас там, бля, жиги, хуиги там, они гораздо там делают гораздо интереснее вещи, чем вот это ваш Airbnb. Мы уже почти приехали, здесь, честно сказать, очень весело выглядит. Огромная площадка, и там вообще какой-то фестиваль устраивают. Делал то спасибо. Остыгикайлос. Чуваки, как узнать, если ты куда-то заблудился, то что это именно немецкий ивент, если кто-то на Audi ебашит. В дрифте. Все, конечно, как Германия, все на М50, все на турбо. Тоже для такого не видел, что турбина спереди была. И это кабриолет. Можешь дрифтить, солнце ловить, вайбы ловить. Короче, это М50 на 1.7 баров. Где-то 450, почти 500 сил. И машина просто очень красиво построена по фэншую. Мы будем это все лайв вам передавать. Это сейчас финал будет. Опять 2 30-ки. Оказывается, 30-ки хорошо работают в дрифте, да? Вот, легкие машины и
хорошо рулится. Он только что выиграл 370Z. И сейчас они будут. Но машина тоже на V8 и с турбиной, и всеми там жирами там. Особо много рюкзаков, кстати. И это был финал. Ну, один чувак чуть-чуть переборщил с бёрнаутами. У него, короче, там что-то лопнуло. Это бэкс, блядь, это бэкс. Сейчас будут объявлять победителя. Первая тачка первое место выиграла, а синяя второе. Ну, тридцатки, что поделать. Короче, пацаны здесь начинают ебашить, но почти стоковых машинах. Мама, давай, гимнагас. Ну, они, короче, правильно сделали, потому что по тематике это охуенная тема. Просто стоковую машину убрать. Зарабатывать, кто-то что зарабатывает, надо просто кататься, не как я, блин, собирать какие-то космолеты, блядь, потом их, они не едут, блин, взрываются и... А вот чуваки, видите, могут кататься с утра до вечера и как-то все работает и держит. Я офигел, когда это первый раз увидел, блядь, это просто... У меня идея такая была, но этот чувак настолько пиздато это сделал, смотрите. Can you swim? Он просто, блядь, гидравлический штаб сюда поставил, блядь. Вот там помпа, насос. Это запасная хуйня, если уже так сильно набухаешь, что то, что в тачку тебя не пустят. Можешь эту хуйню взять и ебашить. Как это бывает, дружелюбно мне... Подогнали тачку, вот. Мне человек дает свою тачку покататься, да? И за мной будет ехать, чтобы я ее не разъебал. Ты покажи футболку. Пупаю, пахую. Да, конечно, очень приятно, то, что машину дали прокатиться. Посмотреть, как трасса здесь, вот. Как-то сердце очень радуется, скажем так.
меня прокатит. Я, по-моему, думаю, тебе шиномонтаж надо, братан. У тебя покрышки воздух спускает. Смотри, что написано. Короче, блин, 2.8 достаточно для этой трассы, вот, и проблема в том, что у меня только одно колесо. Я думаю, там, как всегда, покрышка нагрелась и просто слои. Ну, вот так вот заканчивается наша серия. Надеюсь, вам понравилось, да, ставьте лайки, не лайки, короче, фигайки, хуяки, гайки. И чики-вики, пики-фики, давайте, пока.